Слушайте, вчера в караоке со мной парень познакомился и говорит: «Наталья, а вы не считаете, что это несправедливо? Почему мужчина всегда должен делать первый шаг?» С самого утра я написала в статусе: «Сегодня идем в караоке, это шаг номер один». Все волосы, которые ниже головы, повыщипывала вот здесь вот, а выше головы наоборот нарастила, чтобы их побольше было. Это шаг номер два и номер три. Залезла на огромные каблуки, которые, конечно, удлиняют мне ноги очень сильно, но на которых я хожу как обоссатый енот, еле добралась до этого караоке. Надела дичайший пушап, где сиськи, знаете, как крем в трубочках, вот только сверху, а там внутри пустота, просто поролон. Сняла сторис из караоке и выложила его с геотегом. Весь вечер смеялась над твоими шутками, аплодировала твоим песням. Да я даже набухала себя, чтобы тебе не так страшно было подойти ко мне. Я уже сделала 9 шагов перед тем, как ты сделал свой 10-й шаг, подойдя ко мне и сказав: «Привет, меня зовут Валера». Ну давайте так, мужики. Если женщина сделала по направлению к тебе 9 шагов, а ты боишься сделать 10-й шаг, то следующие твои шаги будут по направлению в нахер отсюда. Вот и все, вот и все.